Ждете нас? Проходите. Ну что, поехали? Поехали. Надевайте маску в общественном транспорте. А новый такой сколько стоит? 30? Новый 30 миллионов. То есть если мы посчитаем, мы же 20 Сергей, да, Семенович нам подарил. Да. Получим, это значит 600 миллионов. 600 миллионов сэкономили. Ну, с учетом амортизации где-то 500 миллионов, да? Да. Вот. На транспортировку потратили 13 миллионов. Когда мы получим все 20 троллейбусов, ГЭТ будет экономить год только по электроэнергии 6,5 миллионов рублей. Водитель останавливается, выходит в салон и открывает специальную ларину. Тут еще три троллейбуса на тралах, мы прошли Челябинскую область.